Трагедия в Дзержинске. Там плохие оценки едва не лишили жизни 12-летнего ребенка. Девочка-семиклассница была дома одна с младшим братиком. Мама буквально на несколько минут оставила их одних и пошла в магазин. В этот момент и случилось несчастье. Ребенок выпал из окна 6-го этажа. Может быть, она встала на стул, потянулась за занавеской. Я не знаю, произошло, видимо, отсюда. Ну, там куст внизу, земля помята. Братик, он же дома был. Он увидел, что она пошла на балкон, сразу стал звонить. Стал сразу звонить маме. Мама рядом была в магазине. Травма позвоночника. И легкого. Очень сильно ушиб легкого. Девочка была скромная, где-то немножко замкнутая в себе. Но общение у нее с ребятами было, поэтому сказать, что она совсем закрытый человек, тоже нельзя. У нас в классе все ребята общаются. Кто-то ближе, кто-то не так близко друг с другом общается. Но изгоев в классе вообще нет. Подростковый возраст. Ребят непредсказуемые в этом возрасте. Любая мелочь, которую мы можем даже и не заметить, может их вывести из себя. Может доказать что-то хотят иногда. Трудно сказать. Семья – обычная семья. Дети абсолютно адекватные. Учатся, ну, ровно, обыкновенно. Девочка на учете не стояла. Она говорила, друзей нет у нее в школе. Отвернулись как-то от нее все. Пусть культуре тут немножко двойку получила за то, что с кроссовки дома оставила. Девочка была предупреждена неоднократно по поводу формы. Девочка в очередной раз пришла без формы, да, ей поставила двойку. На 4-м уроке у нее немножко заболела голова, затошнила. Подошла ко мне, слезы текут, мне плохо. Я говорю, сходи к медсестре, чтобы она тебя посмотрела, вдруг что-то такое. После этого с ней разговаривали, спрашивали, как себя чувствуешь, как дела? Все было хорошо. Я считаю, что это несчастный случай. Я так считаю. Ну, никогда никаких разговоров, никогда никаких мыслей, например, не было. Никогда она не жаловалась, что там что-то с ней плохо. Я не знаю. Потому что я сама в шоке, я вообще даже не знаю. Кстати, Следственный комитет проводит проверку по поводу всего произошедшего. Из школы, из дома ребенка изъяли все дневники, флешки, в общем, все, что имеет отношение к учебе. Но если вы попали в подобную или в любую другую трудную жизненную ситуацию, то вы можете обращаться за помощью по телефону психологической горячей линии 419-5200.